ребята, всех приветствую. У нас очередной выезд разведывательный сегодня. На улице туман, так что будем сегодня в тумане пропадать. Ладно, может развеяться, конечно. Сегодня все с нами, Павел. Приветствую вас, друзья. Николай. Я здесь. Они блогеры. Блогеры, да, целая машина блогеров. Блогера попал, блядь. Вот так вот, такая атмосфера опять у нас царит. Плевки, мат, все как обычно. Просто маленькая такая, я не знаю, как она покажет себя в деле, но вот такая лопатка, сегодня буду ходить с ней. Вот так, чих, пых, и все. И поехали. Посмотрим, что же лучше, друзья, старый проверенный фискарь, хотя это уже не тот фискарь, что раньше был, или вот. Да, качество, ребята, фискарей упало. Я еще со старым фискарем хожу, еще он держится, новые что-то совсем летят. Ребятки, очередной распаханный дом, сигналов куча, включил все режимы, которые только на помойке можно включить, потому что, ну, очень все звучит. Немножко тут выбито, ямки, видимо, покопы есть какие. Но все же постараюсь что-нибудь отсюда вытянуть. Потому что такого не может просто быть, что тут ничего нет. Вот хожу, пытаюсь что-то. Опять же, трубочки кусочек нашел курительный, опять битая, опять мне не повезло. Так что хожу, вот какой-то сигнал. Опять я недалеко ушел от темы бижутерии. Какая-то мне выпала елочка. Ой, обломалась. Елочка с какой-то звездочкой. Жбаняшка, но все-таки приятно, какие-то узорчатые штучки вылетают. Сигнальчики есть. Это радует. Вот дом. А я вокруг него тут бегаю. Вот такая картинка. Что-то лезет. Это хорошо. Кусочек советского патрона нашел. Ну, что-то еще там горит. Ну, уже оцаревший, конечно. О! Вот вхожу все здесь. Что-то лезет, какие-то пуговки. Ну, ничего такого существенного. И вот тут выпадает, как говорит Николай, металлопластика. Цинковая. Ну вот что-то такое было. Какой-то, я не знаю, может, я знаю, что были такие охотничьи всякие, типа в виде тарелочек. Ну, какая-то, видно, штучка что-то украшала где-то. Ну или часть какой-то, я не знаю, большой таблички. Ну, интересно. Вензельки такие. Будем искать. Может, что-то и продолжение какое-то найдем. Убеждаюсь. Уважали немцы физалис. Что-то они делали из него. Явно, конечно, не декорировали блюда. Наверное, настойки какие-нибудь, варенье. Что-то было вкусное. Вон, тьма тьмущая тут его. Вон, посмотрите, все оранжевое. Вот так вот. Возле дома высаживали, потом сидели и настоечку попивали зимой. Красота. Был сигнал, чуть копнул, вы послушайте просто. Я называю это яркий сигнал. О, вижу. Гильза, что ли? Ё-моё! Металлобонус выпал. Странно какая-то, я таких и не видел. Что это такое? Ну, это латунь, ребята. Ай, застрял, блин. О, налипло. О, блин, берданка. Грамм
300, блин. Вот это да. Вот таких бы мешочек набрать, и было бы все хорошо. Да, интересно. Что ж это такое? Может, кто знает, подскажите. Вроде на снаряд-то не похоже. Хер поймешь. Раздался звонок мне на телефон. Павел спросил, как тут на моей точке. Я сказал, что что-то пикает, пищит. И он решил подтянуться сюда. А если уж на точку пришли мастера спорта по приборному поиску, такие как Павел и Николай, значит, находки будут, ребята. Будет что показать. Они специалисты, профессионалы своего дела. Очень грамотные ребята, поисковики. Так что сейчас, я думаю, минут 5-10, и уже будет серьезный контент. Серебром, а то и золотом. Так что, ребята, не переключайтесь, ждем, ждем. А вот, ребята, и всадник без головы, собственной персоной. Вот он. Скакал куда-то на лошади, что-то произошло. В итоге головы нет ни у него, ни у лошади. Копыта тоже все поотлетали. Под какой-то замес попал. Под тракторный. Непонятно. Под тракторный, да, под плужный. Ну, вот такая вот история получилась. Вот он. Ребята, очередной яркий сигнал. Будем выкапывать. Проверяем. Вон что-то такое. А что это интересно у нас? Вижу какие-то клемушки. Или очередная бижутерия, что ли, мне попалась, как обычно. Как обычно в хлам. Что ж мне так везет-то? Так. Ребята, момент. Сейчас расправлю. Сейчас расправлю, покажу. Ну что, в общем, так и не понял, что это. Первый раз мне такая попадается канитель. На сюжет не фокусирую, сейчас попробуем. Сюжет сами смотрите. Какие-то лоси, непонятно, что там вообще нарисовано. Сейчас, извиняюсь. Короче, то ли как пряга охотничья, то ли что это такое. Вообще непонятно. С какими-то узорами по бокам. Вон там что-то есть, какие-то иероглифы. Хм. Интересно, интересно. Что, ребят, ходим по пятаку поэтому. Павел Рыбаков, копатель в балаклаве. Рыбакоп-копатель. Рыбакоп. Ну ладно. Осторожнее, ребят. Рог торчит у него. Непонятно откуда. Мир тлен, хуй до колен. Короче, такая вот ерунда. Все, я задачу выполнил, я пошел. Да, и тут у Павла родилась новая, короче, цитата. Не цитата, я не знаю, слово в жаргоне кладоискателей-копателей. Есть черные сигналы, есть цветные сигналы, есть яркие сигналы хорошие, а есть коричневые сигналы. Я вот ходил и думал, а к чему отнести категорию коричневый сигнал? Я вам сейчас скажу, этот цветной сигнал хороший, ты его выкапываешь в ожидании находки, а там получается вот такая вот вещица. Обломок серьезной находки, и что-то мне подсказывает, конечно, может я ошибаюсь, что это... шлем или каска, как с Первой мировой войны, вот там орел был изображен. Вот, мне кажется, что это он. Но это только кусочки теперь, поэтому тяжело судить. Ну, все-таки. Вот так вот, ребята, бывает. Переехали на другое поле, только вышли. Первый сигнал. Смотрите. Куфический дирхем, половиночка. Серебро. Вот это да. А предчувствие это было, полдирхема, платежная мера такая у них была, они ломались на 4 части. Да, смотрите, какое состояние хорошее, сохран такой приятный.
О, блин. Ребята, копались, короче, мы движем домой. Находки были разные. Парням не понравилось поле, говорят, фуфло. Короче, в следующий раз будем искать другое. Поле гнилое полностью. Всем пока!